Ребята, всем привет! Так как мы преодолели отметку в 500 тысяч подписчиков, я решил сделать еще один ролик с топовыми реакциями, которые были на этом канале. Смотрите, наслаждайтесь, вспоминайте. Если вдруг какой-то реакции не оказалось, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой не оказалось. Мне интересно ваше мнение, что вы считаете лучшим. Ну и, конечно, лайк, комментарий, подписка, следите за концертами. У меня начинается большой тур, поэтому давайте смотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вам лет? Красивые зубы. Вставные? Не, свои, свои. 31. Сколько вам? Мне 21. Очень приятно. Как звать? Катя. Катя Минагена. Прикольно. Откуда вы, Катя? Я из Магнитогорска. Магнитогорск, Сибирь, да? Нет, это Челябинская область. А, Челяба. А я с Ростовской области. Хотите в игру поиграем, Катя? В какую игру? Вы называете слово, а я пытаюсь на это слово стихотворение придумать. Давайте. Да, давайте попробуем. Чё, ну, давайте, предлагайте. Крокодил. 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 Блин, сложно, конечно. Сложно. Ну, давайте что-нибудь нашим, из нашинского. У нас-то крокодилы не водятся. Может, что-нибудь там... Предложите какое-нибудь слово, на которое стихотворение можно придумать. Мама? Ну, пусть будет мама. Давайте попробуем про маму. Так, ща. Что можно про маму? Ты 9 месяцев на дне, живешь укутан в тишине. А появляешься на свет и не обут, и не одет. Затем ты учишься стоять. Ходить за ручку с ней, гулять. И для себя довольно рано ты произносишь слово. Через одну декаду лет придешь с иголочки одет. И сев за школьную скамью, напишешь: «Мама, я тебя люблю». Пройдет еще десяток лет, и ты суворовский кадет. И стоя на плацу в строю, ты крикнешь: «Мама, я тебя люблю». Пройдет еще немного лет, ты повзрослеешь, спору нет, будешь в работе, много планов, не забывая лишь свою маму. Через еще полсотни лет она покинет этот свет. Но, вспомнив мамочку свою, ты скажешь: «Я ее люблю». Прекрасно. Аплодирую. Я в шоке. А в аудиокниге не озвучиваете случайно? Ну, может быть, и озвучиваю, не знаю. Это, кстати, как в Алисе говорят, что иногда мужчины... Жесть, я в шоке, вы чё меня так разыграли, кошмар. Но это клёво, очень неожиданно, это клёво. Я рад, что вам понравилось. Очень неожиданно и приятно, да. Да, у вас была замечательная реакция, мы ее обязательно в какой-нибудь из нарезочек добавим, так что подпишитесь. Правда? В TikTok, да? Не, в YouTube. А куда, что за канал, можно? Я буду обязательно ждать. Канал называется Дмитрий Кравченко. Спасибо большое. Всего вам хорошего, не заканчивайте, вообще топ. Спасибо большое, и вам хорошего вечера, девочки. Здравствуйте, дамы. О, привет. Добрый вечер, я здесь вечер. Обычно, знаете, как говорят: «Здрасте, забор покрасьте». Да ладно? Да. Но это мы уже пропустили, теперь по-другому говорят. А вы откуда вы такие веселые? А вы откуда вы? С Ростовской области. А мы из Сибири. А пока. Красноярск. Офигеть, это прям настолько забрались далеко, да? А вообще, медведи. А? Белые медведи. А, ну, если у вас белые медведи, я могу стихотворение про белых медведей прочитать. Ну, давайте, расскажите, видать, стихоплет еще тот. Да. Мама говорит, что лучший стихоплет в России. Ну, давай. Стихотворение, знаете, оно так и называется — «Белая медведица». У вас же там в Сибири белые медведицы водятся. Да, обязательно по улицам ходят. Вот, так что это целое. Тогда белая медведица так и называется. Тебя любили, меня любили, но как это делали? Жуть. Я никогда не бывал в Сибири и, видимо, не окажусь. Там, где лютые и злые морозы тянутся шлейфом твоих духов, я б не сложил километры прозы с сотнями верст о тебе стихов. В дальнем, белом, глухом манеже боязно жить, затеряться в тайге и никогда не заменит свежесть наша гнусавая южная гэ. Да и глаза твои голубые, в зареве наших янтарных зорь они смотрятся краше,
глубже и шире, чем лазурит небеса и моря. Я бы на юге такого не встретил, даже проехав дорогами всеми. Дяденька, что он стоит? Дяденька, ты что нас нахуй? Где это, блядь? Гэтута, оно никуда не денется. Молодец! Мы были, можно сказать, по-русски, в ахуе. А можно я возьму ваш номер телефона, мне на ночь будет читать стихи? Вы можете на мой YouTube-канал подписаться, я там тоже периодически читаю. Стало. Все, мои поцелуи только тебе. Все, я подписываюсь. Я пошла подписываться прямо сейчас. Там типа, там прямо сейчас идет прямой эфир, вы в нем, так что заходите. Сейчас зайдем, давай. Давайте, счастливо. Добрый день. А что у вас там тусовочка какая-то, да, намечается? Да. Она уже вовсе идет. Как вас звать? Меня Глафира. Вас Глафира, вы из Татарстана, что ли? Нет, почему? Сибирь. А, просто обычно Глафира это ну, татарское имя, поэтому спрашиваю. А вас как звать? Приятки. Марина. Марина, Глафира и Марина, очень приятно. Этот самый, скажите, вы любите творчество? Да. Фотографию. Фотографию. Блин, я, к сожалению, фотографией не занимаюсь. Я творчество больше этот, стихи пишу. Ух ты. Да. Мама говорит, что я самый лучший поэт вообще в России, представляете? Ну, мама о фигне не посоветует. Да, но она не советует, она говорит. Она это не советы, она прям утверждает. Ну, все правильно, значит. Да. Хотите, вам что-нибудь прочитаю? Давай. Да. А на какую тему? Может быть, вы какую-то тему хотите? Про любовь. Про любовь это у меня много. Про любовь это я много написал, да. Могу, вот знаете, стихотворение про любовь называется «Девочка моя». Хотите, прочитаю? Давай. Хорошо. Девочка моя, в этом пристанище мрака, где в каждом прохожем скрывается гниль, не привязаться ни узами брака, не уповая на страсть ваниль. Девочка моя, я объясню тебе внятней. Все продается. Карьера, друзья. От постоянной подмены понятий нервы, как струны ломаясь, хрустят. Девочка моя, нет здесь ни веры, ни правды. Каждый обманут хоть раз да и был. После дождя из кислотной отравы новые стены растут, как грибы. Девочка моя, вся ты покрыта шипами. Схватишь покрепче и кровью зальет. Знаю, что больно, знаю, что память жизни спокойной давно не дает. Девочка моя, ты посмотри же, я вот он. Кровью вокруг все пространство залил. Просто я знаю, что это работа, а не признание, страсть и ваниль. Очень круто! Офигеть! Дам понять, что муж был рядом с ней. Это очень круто, правда, офигеть. Спасибо большое, я рад, что вам понравилось. Нет, причем реально ты... Он симулировал. Он симулировал. А как ты так голосом? Вроде по-простому, по-народному, а как вафли прям. Такой контраст прям вообще. Ну это специально, так задумано. Мы где-то увидим себя, да, на ютубе, наверное. Да, да. Я сразу поняла. Обалдеть, слушай, очень круто. Где смотреть? На ютубе можете смотреть. Там прямо сейчас прямой эфир идет, если что. Реально? Как канал называется? Ищи. Канал называется Дмитрий Кравченко. Офигеть. Если увидим книгу, обязательно купим. Вот, она вот так выглядит, если что. Офигеть. В каком городе живете? Омск. Омск. Ну, я в Омск приеду, скорее всего, в этом году с концертом, так что ждите. Круто. Будем ждать, реально. Здрасте. Зеленоглазая, красивая такая. Как вас звать? Виктория, а вас? Вика, очень приятно. Меня Гена. Чё, сколько лет, откуда вы? 17, с Твери. Тверь. Я с Ростовской области. Знаешь где? Хочешь, в игру поиграем? Какую? Тебе нужно предложить любое слово, а я попробую на это слово стихотворение придумать. Давай на мороз. Мороз. Хорошо. Давай, слушай, как раз зима закончилась, да? Да. Они стояли у реки.
и целовались на морозе. Он посвящал ей все стихи, она о нем писала в прозе. Рука в руке, глаза в глаза, он шепчет ей тихонько фразы. От счастья катится слеза и застывает почти сразу. Луна сияет, как прожектор, сердца горят у нее в груди. Застыл момент блаженный этот, у них все только впереди. Прикольно. А как ты так голоса изменил? Где я так голос изменил? Это программа такая специальная. Ее знаешь, за что дают? За, когда вот кнопку получаешь, вот такую, тебе сразу же программу такую дают. Знаешь? Нет, ты блогер? Ну да, немного. А в Ютубе как ты записан? Записан Дмитрий Кравченко в Ютубе. Ну, уже человек 1000 набежал, наверное, смотрит вас примерно. Да? Можно вас сфоткать? Сфоткайте, конечно. Вы в Ютубе только подпишитесь, а то с вами реакция выйдет, вы даже не заметите ее. Дай мне, блядь. На, держи. Дай мне белые крылья, я. Ну чё? Господи, погоди. Ну что ты так долго ищешь, малышка? Быстрее давай. Что, не можешь найти? Это ты? Ну, а ты что, не видишь, что ты... Там ты на второй картинке, что ли? О мой бог, спасибо за подборку. Замажь сосок и вставь в нарезку. Я про это и говорил. Вот, донат наш был. Это был наш донат. А, ваш, все, тогда ладно. Мне просто в этом маленьком квадратике было не видно. Убери, замажь и выкладывай. Хорошо. А вы что, в больнице лежите? Да. Ой, а хотите, я вам для настроения прочитаю какое-нибудь выздоровительное стихотворение? Как вас звать? В каком городе лежите, хотя бы скажите? Настя, зовут город Северодвинск. Северодвинск, это где-то в Сибири, да, далеко? Да, далеко. О, понятно, слушайте, прикольно. А сколько вам лет, Настя? 13. Давайте, знаете, какое вам стихотворение прочитаю? Такое мотивационное, чтобы у вас этот, ну, настроение поднялось, и быстрее вы скорее выздоровели. Стихотворение называется «Путь». Если выбрал свой путь, иди. Никогда никого не слушай. Только знай, что на том пути тяжелее, чем рыбе на суше. Никогда не смотри назад. Сквозь ошибки, потери и пробы ты дорогу свою прогрызай, расчищая зубами сугробы. Если выбрал свой путь, иди. И рискуй, была не была. Когда станет невмочь, впереди лишь сильнее закуси у дела. И шагай вдохновленной идеей покорять окружение Карпат. Говоришь, недостаточно денег, не зависит от них результат. Если выбрал свой путь, иди. Перестань искать отговорки. Но запомни, доходит один. Пассажиры все только портят. Я в шоке. Да? Это хорошо же. А что такое, вы плачете, что ли? А почему вы плачете? Что случилось? Ну ладно. Все. Не надо плакать. Чего ты? Что такое? Почему ты расплакалась? Смотри, давай, чтобы ты не плакала, пусть кто там с тобой рядом, подруга сидит, зайдет на YouTube и посмотрит, сколько тебе там сердечек в чате накидывают. Давай, там тебя все поддерживают, желают тебе скорейшего выздоровления. Зайди,
Зайди, посмотри. Пусть кто есть кто-то рядом с телефоном, пусть зайдут в прямой эфир на YouTube. Нет. Нету никого? Ну, что такое? Ну, давай, 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 передавай кому-нибудь привет, и мы побежали дальше. Я не знаю. Может, никому не буду передавать. Никому не хочешь передавать? Ну, тогда мы желаем тебе скорейшего выздоровления. Ты очень милая. Зайди еще раз, посмотри, как тебя поддерживают люди, чтобы ты скорее выздоровела. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Че, как дела? Нормально. У вас как? Да, тоже все хорошо. Чем тут занимаетесь, расскажите? Ой, вы такой милый. Да, ну а что, только зашел, еще настроение не успели испортить. Да, нет, думаю... так вы как будто из мультика вылезли. Знаете, говорят, что я похож на этого. Операция «И». Помните? Нет. Не, не смотрели? Я, наверное, слишком молодая. А сколько вам лет? Мне 17 да, лет. Да, вы, наверное, еще операцию «И» не смотрели. Знаете, что вообще зашел? Мне нужна ваша оценка. Можно вашу оценку попросить? Давайте. Короче, я написал жене стихотворение... Вот, можно я вам его прочитаю? А? Прям сами. Да, пишите. Да, ну сочинил, короче, любовь вообще пипец у нас. Let's go, слушаю. Да, можно я прочитаю, а вы скажете, ну, нормально чине, хорошо? Ну, я уверена, что просто потрясающе будет. Ну, если вдруг что-то не так будет, вы потом скажете. Хорошо. Хорошо? Да, господи, не могу. Называется «Ты бы пошла». Вот. Вы сейчас меня это, да? Нет, чего? Нет, ты бы пошла со мной, в смысле, там. А, хорошо, да. Хорошо, погнали. Давайте, беритесь. Ты бы пошла со мной туда, где мы не будем никогда рабами времени и моды, где в уголках чужой природы течет чистейшая вода. Ты бы пошла со мной туда, где тают, как осколки льда, скандалы, ссоры и интриги. Хорошо. Где мы читаем вместе книги и бороздим по городам. Ты бы пошла со мной туда, где отречемся навсегда от суеты и всех проблем. Где попадем друг другу в плен с тобой на долгие года. Этот прикол такой был? Нет, стойте, а кем вы работаете? Вы не озвучиваете там фильмы какие-то? Ну, как тебе сказать? Это просто восхитительно, очень красиво. Мне, честно скажу, можно? Мне ваш голос больше понравился. Ну, стихотворение тоже вообще прям, во, класс. Но ваш голос, это просто... Давайте, сделайте, пожалуйста, еще раз. А какой, вот такой? Это тоже хороший, прям миленький, прям настроение поднимает. Вот другое. А вот этот который? Вот этот, да. Ну все, тогда вы просто обязаны подписаться на мой YouTube. Чего? Блин, ну, я забыл кнопочку показать. Вы сейчас серьезно? Конечно. Как? Чего? Разнос, не правда ли? Вот. Ну, вы крутой. Вы мне прям очень понравились. Вы бы знали, сколько вам сейчас признаний любви в чате пишут. Вы бы просто в шоке были. Там я! Какой король! Трэс, вау! Это реально круто! Это реально класс! Вы просто молодцы! Дальше... Ты можешь передать привет кому-нибудь? Стойте! Можно я на чувашском? Ой, конечно, давай! Пурните салам, Саша, Ангелина, Эбисон... А, нет! Заново! Я прям растерялась! Пурните салам! Саша, Ангелина, Эбазерепиди, Вейла, Юрадада. Вот. Блин, за другим столом было? Вот, смотри. Кошмар! Вы издеваетесь? Почему? О, боже! Да, чувак, тут сердечки летят! Здрасте. Как дела? Хорошо, спасибо. Как ваши? Да все, огонь. Геопик, ты знаешь такого чувака? Кого? Гио. Гио, это... Пика. О, у меня друг есть Гио из Грузии. Это он, да? Гио Пика. Не, он там Гио... Вот он, слышишь? А, нет. Самая радость, самая радость.
Металлику слушаю. О, Металлика классно, да. Мне знаешь, чем мне нравится эта группа? Чем? С таким жестким стилем. Прям... А вы поэтому вот так делаете, да? То, что вы рокер жесткий, да? Да. Знаешь группу Пантера? Не, группу Пантера не знаю. Это просто разносящий все на своем пути. Это розовая Пантера, которая, да, вот это? Life is like a hurricane, living dark world, dark tales. Это не оно? Это вообще не то. А похоже. Вот он, слышишь? Разнос пошел. Какой чувак смешно. О, простите. Простите. Здрасте. Здравствуйте. Как... Вы похожи, короче, на актера какого? Я не знаю, какого. Говорят, с операцией «И» похож. А что это у вас за ляля сзади ваша? Это брат, сестра младшая? И брат с сестрой. А, ого. А сколько вам лет тогда? 15. А, понятно. Ну да, просто вы выглядите постарше немного. Спасибо. А что, любите стихи вообще? Да. Какие? Блин, честно не скажу, сама иногда пишу. Ой, а можно что-то из вашего услышать, почитать? Ой, блин, не знаю. Вспомнить бы, конечно. Ну, вспомните, что-нибудь прочитайте. На языке вертится. Дианка, не можешь принести мой блокнотик? Какой? Не знаю. У вас такая большая семья, да? Да, офигеть. Очень большая. А сколько? Вот еще кто-то, что ли, есть? Из братьев, сестер, но только если по линии отца. От отца, вот. А, не, ну, я думал, ну, остальные... просто вас трое, я думал, может, еще кто-то есть. А, ну нет. Ну что вам, принесут ваш этот, блокнот-то принесут ваш почитать? А, нет, я не знаю, где он. А, ну ладно, хотите, могу я вам что-то почитать? Давайте. А есть у вас кто-то там любимый поэт? Нету такого. Очень да. Жаль, если честно. Но мне любые стихи нравятся. Да? Да. Хотите, прочитаю вам Геннадия Шпаликова стихи? Давай. Хорошо, называется «По несчастью». «По несчастью» или «К счастью». А вы там играете во что-то, да? Я слушаю. А, хорошо. Геннадий Шпаликов называется. «По несчастью» или «К счастью». Истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратное я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути, а не то пойду по следу, кто меня найдет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м... Угадаю там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. Вау! Обалдеть! Это круто! Спасибо! Очень... Спасибо, вау. Я рад, в шоке. Я рад, что вам понравилось. Это очень круто, блин. Да. Вау. Смотри, ну, вы же любите стихи. Да. Вот, смотрите еще что. Вау, Слов нет. Вас сейчас в прямом эфире 1500 человек смотрит. Боже. Спрятаться. А никак не спрятаться. Вы, поздно, да? Вы не прячетесь, вы лучше на YouTube подпишитесь. Давайте, куда? Подождите, вы что? Вы в YouTube снимаете? Да нет, вы смеетесь. Вау, блин, ладно, хорошо, допустим, я подпишусь, я уже подписалась. Все, я тоже сейчас мои руки вверх, сестра тоже подпишется. Ну, видите, как хорошо. Вау. Как вас звать? Меня Соня. Соня, очень приятно. Меня зовут Гена. Очень приятно. А что тут делаете, Соня? Расскажите. Честно, за 4 года зашла сюда в первый раз и прям очень разочарована в том, что тут ничего не поменялось. Ой, вы знаете, да, дурачков очень много попадается, к сожалению, да.
От этого никуда не деться. А вы как с этот, со стихами дружите, не дружите? Ну, дружу, наверное. Не знаю, честно. Хотите, вам прочитаю стихотворение? Да, хочу. Да. Правда, хочу. А вы откуда вы? Екатеринбург. ЕКБ, это Урал, да? Да, да. Все, я знаю, какое вам стихотворение подойдет. Оно очень красивое, оно, мне кажется, вам очень хорошо подойдет. Называется «Будь же ты краской». Все, вы готовы слушать? Да, да. Все, тогда для вас. Будь же ты краской, яркой и пламенной. Каждым рассветом ты небо укрась. Будь же ты сказкой, искренней, правильной. Сказок ведь я не читал, отродясь. Будь же мостом, перешейком, дорогою. Между собой берега ты свежи. Помни о том, что немногие пробуют так через реку прожить свою жизнь. Будь же кометой, звездой путеводной, вдоль за собой зазывая прибой, будь хоть планетой, будь кем угодно, только всегда оставайся собой. Что случилось? Извините, пожалуйста, извините. Да ничего, ничего, все в порядке. Видите, в чат рулетки не только дурачки попадаются. Честно, я вас видела в Инстаграме. Я вас видела. Да? Да. А чего же вы тогда плачете? Просто вы начали читать, я думала, что это не про меня, но это оставило след, наверное. Слушайте. Просто, блядь, простите, блядь. Это же хорошо, что поэзия помогла вам очистить немного душу. Я не думала, что я в чат-рулетке спустя 4 года зайду и услышу слова, которые мне так нужны. Мне они нужны, честно были. Это же хорошо. Не плачьте только, пожалуйста. Хреново. Хреново, никто не хочет слушать мои стихи, понимаете? Я очень хочу послушать ваши стихи. А вы любите, что ли, стихи? Да, да. Особенно, когда мне их читают. Давайте, хорошо. Давай. Знаете, стихотворение называется «Скучаю ли я по тебе?» Давайте, вот. Расскажите. Сам написал, если что. «Скучаю ли я...» запнулся, блин. Запнулся, попробуй еще раз. Давайте еще раз. Скучаю ли я по тебе? Да. Здесь отпираться глупо. Ты мой воздух, еда и вода. И витаминов группа. Ты мой набор кровянистых тел. Ты мой йод и зеленка. И если бы испортиться я захотел, ты бы накрыла пленкой. Ты моя женщина, мой управдом, жизнь мой начальник. Надо ли еще говорить о том, как по тебе скучаю? Блин, вообще офигеть. Ну, круто вообще, очень круто. Это реально твои стихи? Мои, да. Ну, кроме того, что ты офигенно говоришь, ну, блин, и стихи прикольные. Спасибо большое, мне приятно. Это вам спасибо большое, что вы прочитали мне. Ну, ты и волосы сначала помой, потом пообщайся. Подождите, а кто это там говорит? Подумал. А это Божий голос. Божий голос, я понял. Это она настолько божественно красива, да? Угу. Как вас звать? Афродита. Афродита, очень приятно. Меня Геннадий. Что тут делаете, Афродита, расскажите? Прибухуете, да? Естественно. Классно. А откуда вы, Афродита? Я
из Дагестана. А, слушайте, прикольно, Дагестан, конечно. Но только в Дагестане, по-моему, не прибухают, ну ладно. А я русская, мне хули живу в Дагестане, пью. А ты откуда? Я с Ростовской области. А почему так разговариваешь? Ну, потому что в деревне живу, в Ростовской области. Ой, ну тогда прости. Да ничего, нормально, бывает. Вы же тоже с акцентом разговариваете с дагестанским, да? Слушай, если захочешь, я могу для тебя хоть как разговаривать. А, нет, разговаривайте, как вам удобно. Я вообще зашел, знаете, стихотворение прочитать. Давай. Есть давай. Такой, знаете, есть дагестанский поэт замечательный, Расул Хамзатов называется, знаете? Да, знаю. А вот хочу вам его стихотворение прочитать, можно? Никогда не интересовалась, но давайте послушаем. Хорошо, называется «Скажи, скажи люблю» стихотворение. «Скажи люблю», меня просили на языке народа моего. И я назвал твое простое имя, и повторили все вокруг его. Та, что всех любимей, как по-аварски жизнь божество. И я назвал твое простое имя, и повторили все вокруг его. Сказали мне, не может быть такого, что было в языке одно лишь слово. Ужель язык так необычен твой? Тогда и я, не в силах спорить с ними, сказал, что лишь одно простое имя мне заменяет весь язык родной. Это ж... жестко. Это прямо я готова на колени упасть. А чё вы обманываете, с этим голосом? Почему обманываю? Я не обманываю. Я могу вот и так разговаривать, могу и так разговаривать, как удобно. Ну, это точно так же, как и я, да, могу разговаривать, как и обычно. Я же могу разговаривать, как тупая пи***ка. Могу разговаривать, слушай, как дорогой друг из Дагестана. Конечно, малышка, ты можешь разговаривать так, как тебе удобно. Слушай, мужик, да ты вообще охрененный. Вот видите, а вы не хотели со мной разговаривать. Да кто сказал, что не хотел? Просто никто же никогда не ожидает, что будет дальше. Спасибо. Ну, вообще молодец, прям. Мы вас даже засняли, честное слово. Я вас тоже, так что все, все честно. Здрасте. Какая вы, этот самый, милая девушка. Спасибо. Как звать, откуда? Тая, Москва. Тая? Это типа Таисия, да? Знаете, вот сколько в чат-рулетке сижу, никогда не видел Тай. Ну вот, одна есть. Да, видел только улетай. Тай ни разу не видел. Улетай. А сколько лет вам Тая? 18. А выглядите на все 14. Спасибо. Да, ну правда, очень молодо выглядите. Может быть, это потому, что камера такая у вас хорошая. Да, у вас очень хорошая камера, вас так хорошо видно, что вам как будто 14. Да, этот, Тая, скажите, а у вас этот, с творчеством вообще как? Дружите, не дружите? Дружим. Давайте тогда сыграем в игру, если вы не против. Какую? Вы говорите какое-нибудь слово, но только без мата, пожалуйста. А я пытаюсь на это слово придумать стих. Ого! Да. Я такой, знаете, домашний рэперочек. Попробую что-нибудь придумать. Так, ну давайте... Ну только не сложно, пожалуйста. А то, знаете, как скажут какую-нибудь достопримечательность. Фиг придумаешь что-нибудь на нее. Хорошо, таблица. Таблица? А вы что, математик какой-то, да? Таблица Менделеева. Химик. Я химик. Химия? Ой... химия. Слушай, химия — это же про любовь больше, а не про математику. Тоже, да. Да, вот давайте еще не про любовь. Можно? Можно. Давайте. Вот такое есть про любовь, приходит в голову. Моя драгоценная, моя золотая, а хочешь, я раны твои золотая, выведу невыводимые пятна с каждого края души необъятной. Моя золотая, моя драгоценная разлука, она, как старуха процентная, будет нарочно заламывать руки. А я задыхаюсь от нашей разлуки. Тебя ожидая, я изгладаюсь. Моя драгоценная, моя золотая, мне сытость дарует духовная пища. Мелодия этой ты ключ мой, скрипичный. Очень красиво. Спасибо. Голос, кстати, как у мамы из телефона. Как у мамы из телефона, это как?
Но она любит слушать там стихи разные. Вот такой же голос обычно. А, ну, может быть, да, может быть. Озвучили какие-то стихи, возможно? Я? Да, да. И, знаете, я вот этот занимаюсь такие вот вещи, знаете? Знаю. Да. Вот так, такими вещами. Еще вот такими вещами, знаете, занимаюсь. Вот такими. Офигеть. Я в шоке. Two hours later. Подождите, а вы не озвучивали, типа, что-то для СТС? Да нет, малышка, разве я мог что-то озвучивать для СТС? Нет, это либо офигеть, какая классная пародия, в плане просто вау, либо это реально голос СТС. Ну ты зайди на YouTube, подпишись, а там все узнаешь. Вы стримите сейчас или нет? Две тысячи человек в прямом эфире накидывают тебе сердечки в чате. Зайди, посмотри, почитай. Привет, котята! Всех люблю! Круто! Котята, тут сидят взрослые люди по 35 лет и старше. Какие котята? Ты чё? Коты. Уважаю. Вот это другое дело. Вау, я в шоке, что я звезда! И мама, я телечность! Всё. Я пошла тут, я думала, что это поразвлекаться, поприкалываться, а тут такие дела. Вот видишь как бывает. Вот, ребята, мы сделали еще одного человека счастливее. И это замечательно.